Здравствуйте. Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главное за неделю в Самаре, коротко о некоторых темах. Их имена навечно в памяти родных и близких. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мероприятия в День памяти и скорби прошли по всей Самарской области. Обсудили поставки пассажирского транспорта и развитие туризма в регионе. Самарская делегация, в составе которой глава Самары Лена Лапушкина, посетила Республику Беларусь. Ремонтируют мостовые пролеты, обновляют дорогу и коммуникации. В столице региона продолжается масштабный ремонт путепровода 139-й километр. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг обратился к жителям региона по случаю Дня памяти и скорби. Глава региона отметил, 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых скорбных, трагических памятных дат в истории России. В этот день фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей. Массовый героизм, проявленный фронтовиками, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, страдания и лишения узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны стали вечным напоминанием о том, какие неисчислимые жертвы принес на алтарь победы наш многонациональный народ. Губернатор добавил, что сегодня наши воины вновь, как и их деды и прадеды, вступили в схватку с нацизмом, стали участниками специальной военной операции, цель которой – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Сегодня это противостояние приобретает поистине судьбоносное значение, поскольку речь идет не только о защите политического и экономического суверенитета страны, но и наших традиционных ценностей. В День памяти и скорби губернатор Дмитрий Азаров, представители общественных, ветеранских, молодежных, волонтерских и образовательных организаций, юнармейцы, военнослужащие, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине и традиционной всероссийской минуте молчания. Подробнее в нашем сюжете. Генерал Геннадий Кравченко перед церемонией возложения цветов к вечному огню делится своим жизненным опытом с молодыми ребятами из поисковых отрядов. Ему есть о чем рассказать. И в боевых действиях участвовал, и руководил операциями по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Ветеран встретил начало Великой Отечественной войны в 7-летнем возрасте под Минском. Признается, вспоминать эти первые дни постоянных бомбежек очень тяжело, но и забывать о них он не имеет права. В День Победы как-то легче хочется говорить. Веселее, так тяжело. Ну, в 7 лет увидеть, что такое смерть, как люди умирают, когда нас везли по Минску горящему. Чтобы и другие помнили о тех страшных событиях, традиционно по всей стране в День памяти и скорби проходят торжественные мероприятия. В Самаре цветы к вечному огню пришли возложить губернатор Дмитрий Азаров, ветераны, военнослужащие, волонтеры, юнармейцы, неравнодушные горожане, члены правительства региона и администрации города. После возложения цветов все собравшиеся на площади Славы почтили минутой молчания память воинов, погибших не только на полях Великой Отечественной войны, но и тех, кто выполнял боевые задачи специальной военной операции. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Символ Великой Победы из 35 тысяч свечей. В ночь с 21 на 22 июня Самара, наряду с другими городами трудовой доблести, приняла участие в международной акции «Огненные картины войны». Волонтеры на площади Куйбышева создали изображение знаменитых символов Победы. Подробнее в нашем сюжете. Денис Черкашин приехал в Самару из Тюмени. Мимо площади Куйбышева пройти не смог. И даже не потому, что она входит в пятерку крупнейших в мире. Мужчина увидел, что волонтеры на асфальте выкладывают большую фигуру. Заинтересовался и решил помочь. «Работа несложная», — говорит Денис. «Всего-то расставить стаканчики со свечами. Зато польза немалая. Ведь приложить руку к изображению основных символов Победы — большая честь». «Мы помогаем, вот, и продолжаем помогать. Сейчас все свечи зажгут, нам будет очень приятно, что мы хоть какой-то вклад несли в это мероприятие. Мы смотрим, ребята молодые все. Мы уже не совсем молодые, но нам очень приятно здесь находиться среди этого коллектива, среди этой атмосферы и среди этих людей. Ребят, что вы чувствуете, когда вы делаете эту работу? Я это делаю, потому что я хочу, чтобы наши ребята, которые служат, видели то, что молодежь
как-то их поддерживает, потому что им нужна наша поддержка в данный момент, чтобы они поняли то, что мы с ними. Мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы они знали, что за ними стоит сильный тыл, и что мы вместе, и мы вместе со всем справимся. Занимаясь волонтерством, у нас какое-то осознание, что мы приносим пользу какую-то, и что в то же время мы могли бы, да, пойти погулять на улице там с нагруппниками, однокурсниками, там с кем угодно, но то, что мы делаем, это намного лучше. Волонтеры Победы, не только 9 мая! В Самаре в ночь на 22 июня создали огненную картину войны. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби. На главной площади города волонтеры выложили из свечей символы победы. Штурмовик Л-2, паровоз «Лебедянка» и георгиевскую ленточку. Для создания огненного шедевра понадобилось 35 тысяч свечей. Мы на самом деле в этом году впервые объявили областной конкурс. И у нас волонтеры, и участники, и школьники, и серебряные волонтеры накидывали идеи, что же является символом Самарского области, и вот посчитали, что как раз вот эти три знаковых символа должны быть отображены в нашей картине. Среди участников акции на площади были и военнослужащие, участники специальной военной операции со своими семьями. Этой же ночью они приняли участие и во всероссийской акции «Свеча памяти». Горельеф у скорбящей матери Родине на площади Славы в память о героических подвигах наших предков в Великой Отечественной войне они возложили цветы и десятки горящих лампад. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Самарская делегация на этой неделе работала в Республике Беларусь. В ее состав вошли глава города Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Наталья Катина, руководитель департамента внешних связей Вера Щербачева, президент торгово-промышленной палаты региона Валерий Фомичев. В рамках визита были проведены встречи и переговоры с руководителями крупнейших концернов и предприятий союзного государства, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщает Департамент внешних связей администрации губернатора Самарской области. На повестке – дальнейшее расширение налаженных связей с белорусскими партнерами. В частности, обсуждение достигнутых договоренностей о поставках пассажирского транспорта, открытии сервисного центра белорусской спецтехники и сборочного производства на территории Самарской области, вопросы сотрудничества в сфере науки, образования, культуры и молодежной политики, а также туризм, импульсом к развитию которого послужит возобновление прямого авиарейса между Самарой и Минском. Специалисты дорожного хозяйства начали выравнивать и ремонтировать пролеты путепровода 139-й километр на улице Земица. Напомним, что работы стартовали 10 апреля, в связи с чем на маршруте действует временное ограничение движения транспорта в границах въезда на территорию завода «Прогресс» и улицы Литвинова. График производства работ соблюдается. Сейчас рабочие с помощью специальных домкратов поднимают платформу с разных направлений и обновляют основания. Также приступили к обустройству площадки для установки железобетонных ограждений. Они появятся на всем протяжении дороги. Подробности выяснял Михаил Ермоленко. Многотонными домкратами специалисты подрядной организации поочередно поднимают пролетные строения. С этого начинается один из важнейших этапов ремонта – обновление опорных конструкций. На сегодняшний день практически отремонтировали два пролета. На очереди еще два. Активно трудятся не только под путепроводом, но и над ним. Сейчас готовят основания для будущего монтажа новых железобетонных ограждений по обеим сторонам дороги. Они обезопасят движение как водителей, так и пешеходов. Если мы говорим именно о железобетонных ограждениях, это три основных бетонных ограждений. Первое – это между левым тротуаром и трамвайными путями. Второе – это непосредственно между трамвайным полотном и проезжей частью. И третье – это между проезжей частью и правым тротуаром. Это будут, да, большие массивные бетонные конструкции для предотвращения выезда как автомобилей на трамвайные пути, так и со стороны трамвайных путей. Сейчас специалисты практически полностью демонтировали все элементы путепровода. Сняли старое покрытие проезжей части, разобрали бордюры и убрали прежние железобетонные ограждения. Одновременно с этим заняты ремонтом защитных бетонных слоев и стенок там, где идет возвышение дороги над землей. Конструкцию укрепляют специальной смесью, которая устранит все дефекты. Также рабочие продолжают бурить отверстия для новых труб водоотведения и кабельных сетей. Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. Маршрут используется как общественным транспортом, так и автомобилистами. Особенно важна трасса для работников предприятий Кировского и промышленного районов. Заводов немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Поэтому обновление такого важного участка на контроле не только властей региона и города, но и общественников. Я сама как бы за рулем уже несколько лет.
Поэтому периодически проезжаю по этой дороге. Молодцы те, кто взялся за эту дорогу, потому что уже несколько лет, то есть они ее ремонтируют, а в итоге опять яма появляется. Ремонтируют, и опять яма появляется. Молодцы, что взялись за этот проект. Горожане и особенно промышленники с нетерпением ждут окончания работ. Путепровод разгрузит проспект Кирова, Заводское шоссе и ряд других улиц. Заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии поставил перед подрядчиком задачу запустить движение, в том числе и общественного транспорта, уже к 31 октября текущего года. При этом обновлять путепровод продолжат и в 2024. Но специалисты утверждают, что последующие задачи никак не нарушат трафик на маршруте. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является приоритетом задачи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ремонтируют и крупные объекты, такие как мосты и дороги местного и регионального значения. По итогам 2022 года губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Обновленный учебный центр трамвайно-троллейбусного управления распахнул двери перед будущими учениками-водителями. Ремонт в здании производился комплексный. Улучшили состояние самих помещений, а также оснастили классы новым современным оборудованием. Обновленный учебный центр увидела и наша съемочная группа. Новые светлые классы, современное компьютерное обеспечение, оборудование для изучения правил дорожного движения и сдачи экзаменов. Обновленный учебный корпус трамвайно-троллейбусного управления теперь не узнать. В дальнейшем планируется завершить работы, охватив ими и первый этаж здания. Изменения в лучшую сторону произошли и снаружи. Хорошим подспорьем в обучении и практике вождения станет учебный троллейбус. По словам специалистов, обновленный центр отвечает всем требованиям для подготовки будущих водителей транспортного парка. Когда ты заходишь сегодня, это светлые классы, это совершенно правильный подход, и в рамках идет в ногу с современностью. Естественно, заходя вот сегодня, вы сами были, видели это здание, эти помещения, конечно, сразу и располагает и к учебе, и принятие решения потенциального претендента, который бы хотел учиться в этом учебном центре. На сегодняшний день на предприятии продолжается рекрутинговая кампания. Сейчас для будущих водителей трамваев и троллейбусов созданы все условия. Транспортный парк обновляется. Ожидается, что этим летом в ТТУ прибудут 12 новых трамваев белорусского производства. В текущем году запланировано начать и модернизацию старых вагонов «Татра». А для студентов учебного центра действуют дополнительные меры поддержки. По окончании обучения каждому нашему выпускнику выплачивается 100 тысяч рублей, гарантируется трудоустройство, зарплату нам ежегодно индексировали в прошлом году на 20%. Сейчас вопрос рассматривается, поэтому приглашаю всех же желающих. По словам первого вице-мэра, в настоящее время оттока водителей нет. Сейчас в штате их 540, сообщили в дирекции муниципального предприятия. За прошлый год, благодаря учебному центру, 12 его выпускников поступили на службу в трамвайно-троллейбусное управление Самары. Еще 7 человек постигают азы профессии в учебном центре. Но предприятие рассчитывает на приток слушателей, потому что необходимость в пополнении штата по-прежнему существует. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Нейросети наступают. На Петербургском международном экономическом форуме представили проект «Энергия в людях». Разработанная для него нейросеть демонстрирует образы современных профессий, в которых люди и искусственный интеллект не конкурируют, а дополняют друг друга. Цифровое лицо каждого героя собрано алгоритмом на основе 200 тысяч фотографий реальных сотрудников. Как отметили разработчики, впервые не люди рассказывают о технологиях, а сами технологии представляют и показывают своих создателей. В обществе набирает обороты дискуссия, сможет ли искусственный интеллект заменить человека, какие профессии перейдут к роботам и какие в этом есть плюсы и минусы для человечества – мы спросили у экспертов. Россиян беспокоит наступление нейросетей. По данным Национального индекса тревожности, за первый квартал этого года жители страны начали переживать, что развитие нейросетей – это начало того будущего, которое предсказывали фантасты, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека. Эксперты такую причину для переживаний зафиксировали в индексе тревожности впервые. Триггерами, вызвавшими беспокойство, стали во многом прогнозы о том, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить человека. По данным экспертов рынка труда, уже в 2030-х многие профессии могут исчезнуть. Лишиться работы из-за невозможности конкурировать с нейросетью могут инженеры, журналисты, банковские работники, турагенты, учителя и даже врачи. Однако пока HR-специалисты уверены, что полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. В таких сферах, как бухгалтерский учет, например, там, да, базовые юридические, медицинские услуги, все, что связано с данными, с вводом, статистикой, в данном случае да,
искусственный интеллект заменит, потому что это то, что можно выполнять без присутствия человека. В качестве журналиста не знаю, все-таки это такая сложная тема, потому что какие-то, опять же, базовые, может быть, погода сообщить, такой специалист сможет, так сказать. Но все равно искусственный интеллект – это не человек, и он не сможет работать и реагировать, например, в каких-то экстренных изменениях, форс-мажорах, парадоксах. То есть вот здесь он не сможет среагировать, поэтому заменить человека – это уже большой вопрос. Однако те компании, которые надеются сэкономить, сократив персонал и заменив его роботами, могут разочароваться, ведь содержать IT-специалистов и покупать мощную технику может быть гораздо дороже. В принципе, внедрить искусственный интеллект будет очень дорогостоящим, потому что это потребуется очень много серверов, дисков, хранилищ, которые будут обеспечивать бесперебойную работу искусственного интеллекта. Поэтому деньги, которые вот здесь освобождаются, они все равно будут переходить к людям, которые будут за ним отслеживать. Психологи же видят в развитии искусственного интеллекта другую опасность. Если человек станет все перепоручать роботам, то атрофируются когнитивные способности самих людей. То облегчение нашей жизни за счет искусственного интеллекта, которое мы получим, надо каким-то образом компенсировать через другие умственные нагрузки. И не случайно футурологи, я тут абсолютно с ним согласен, подчеркивают, что может появиться класс людей, которые будут только играть в игры, им искусственный интеллект будет создавать некую виртуальную реальность, их просто нужно будет кормить, ну, давать им талоны на еду, тем более искусственный интеллект тут породит еще необычайное повышение производительности труда. Тогда возникнет проблема, как занять тех людей, которые освобождаются. И многие уже пытаются найти ответ на этот вопрос. В образовательных центрах появляются программы по профессиональному переобучению, а рынок труда медленно, но старается реагировать на возникающие вызовы времени и те проблемы, которые нам еще только предстоит осознать. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, Петр Паламеев. События. Любовь на разных языках. В Самаре завершился «Волгофест». В этом году он был посвящен объединяющему чувству, разные грани которого отразили арт-площадки фестиваля. Какие мастер-классы и выступления прошли в заключительные дни, узнали наши корреспонденты. Любовь к ближнему, любовь к себе, любовь к языку и традициям, любовь как движущая сила искусства объединила все площадки «Волгофеста» – лектории, арт-пространство для мастер-классов, выступлений и даже боевых искусств. Площадка Самарской федерации УШУ сосредоточилась на культуре Китая и представила программу «Волга» и «Янцзы» – две великие реки. «Волга» – это водная артерия нашей страны России. И мы решили познакомить жителей Самарской области с культурой Востока, непосредственно с китайской культурой, и поэтому взяли название и еще и «Янцзы» – это водная артерия всего Китая. На протяжении всего фестиваля «Волгофест» мы проводим различные мастер-классы на тематику, например, как китайский язык, каллиграфия. Сегодня, например, было искусство чайной церемонии. Для любителей интеллектуальных состязаний мастер-классы по обучению игры Го. Это одна из старейших логических игр, зародившаяся в Китае. По разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. Освоить ее могут как взрослые, так и дети. Это на самом деле очень круто развивает на ранней стадии мелкую моторику у детей, когда они играют вот с камнями, выставляют их на доску. На более поздней стадии, после 8 лет, это обучает математике. Здесь надо считать территорию, здесь используется таблица умножения на практике. И, в принципе, на Востоке игра Го изначально использовалась как инструмент обучения. Она входит в канон 4 добродетелей мудрого человека, благородного человека, вместе с каллиграфией, искусством игры на музыкальном инструменте, стихосложение и игра в Го. Одной из популярных локаций стала площадка «Дома дружбы народов». Здесь можно примерить головной убор народностей, которые населяют Самарскую область, ну и, конечно, сделать памятные селфи. Самарская область – регион, где веками складывались любовь и дружба между разными народами. Поэтому гости фестиваля узнали, как признаться в чувствах на разных языках друг к другу и в любви к своей культуре. Мы делаем вот такие вот замечательные современные национальные головные уборы. Для самых маленьких ребят у нас роспись матрешек,
в национальных костюмах. Ребята постарше могут заняться росписью по дереву национальных узоров. Также мы изготавливаем амулеты любви. Традиционно «Волгофест» подготовил интерактивные площадки и креативные фотозоны. Классно, мне нравится все. Очень круто, здесь очень много чего можно поделать. Очень много крутых программ, и концерты крутые, исполнители тоже классные. Да, тоже классно, крутые. Графика, живопись, скульптура и фотография от 20 наиболее интересных и перспективных художников Самары до 35 лет. У гостей фестиваля была возможность стать обладателем произведения современного искусства, не отходя от пляжа. Тематика «Волгофеста» — любовь и атмосфера любви. Люди добрые, улыбаются, настроение всех отличное. Очень приятно здесь находиться. Интересный зон тематический. Мы только недавно зашли, но уже побывали в гостях у Третьяковской галереи, посмотрели картины. Очень интересно. Сегодня здесь, по-моему, вся Самара, потому что первый день хорошая погода. И очень классно, спасибо организаторам, побольше бы таких мероприятий, потому что здесь нравится и детям, и взрослым. Можно и покушать, и погулять, и развлечься, и послушать какие-то интересные лекции. Еще одна популярная площадка – лесной театр, где можно было оценить выступления современных музыкантов и потанцевать на берегу в лучах заходящего солнца. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Личная лента в социальных сетях как отражение сущности человека. По всему миру на этой неделе отметили Международный день селфи. Считается, что впервые праздник был организован и проведен в США в 2014 году. Его создателем принято называть техасского диджея Макнили. За рулем автомобиля, на прогулке и просто лежа на диване. Люди фотографируются везде. В последние годы психологи говорят все больше о таком понятии, как селфи-зависимость. Где грань разумного, выяснял наш корреспондент Ксения Баканова. Галина Топилина с детства любит фотографироваться. Когда была школьницей, всегда носила в сумочке фотоаппарат. Со временем детское увлечение переросло в привычку. Сейчас девушка делает фото при помощи телефона. Удачные кадры сами по себе не рождаются, отмечает Галина. Перед съемкой важно не только привести себя в порядок и выбрать наряд, но и найти интересную локацию для фотосессии. Как, к примеру, на Галактионовской 91. Теперь в копилке девушки еще несколько новых селфи. Я думаю, что если постоять, поразглядывать, здесь можно много увидеть для себя. Самарцу, по крайней мере, он узнает эти места, может быть, где-то живет, где-то работает, где-то мимо проходил. Я вот сразу, когда сюда пришла, обратила внимание на окна театра «Самарская площадь». Очень люблю здесь бывать. Слово «селфи» произошло от английского «self», что означает «самостоятельно». На языке профессионалов такие снимки называют автофотопортретами. Фотограф Василий Монахов уверен, классные кадры может сделать на сотовый телефон даже новичок. Главное – знать несколько секретов. Можно использовать какую-то предметную съемку, например, зеркало, монопод, штатив, стабилизатор и какой-нибудь подручный средство, да, даже бутылку. Нужно всегда импровизировать, я так скажу. Вот. Не нужно делать, как все. Нужно показать такую фотографию, чтобы вот она вот как-то зацепила своей простотой и несложностью. Вот так. Изначально селфи приобрело популярность среди молодежи. Относились к нему как к баловству. Сейчас же за самофотографированием можно застать кого угодно. Серьезных бизнесменов, музыкантов, политиков и даже героев советских мультфильмов. И это не случайно, ведь обычный снимок на камеру просто показывает предмет или событие, а селфи привязывает человека к месту. Он становится частью истории. В погоне за необычным кадром или количеством лайков в социальных сетях любители селфи очень часто рискуют своей жизнью. По статистике, самые популярные места для экстремальных автопортретов – это крыши домов, мосты и железнодорожные пути. Поэтому любое увлечение хорошо в меру, говорит психолог Алина Калашникова. Главный показатель – это не число кадров и не количество времени, потраченное на селфи. Ведь если человек находится в отпуске и делится с друзьями своими фотографиями, здесь нет, конечно же, патологии. Важно понимать, какую значимость они приобретают для него. Если он забывает про учебу, работу, про живое общение с друзьями, родственниками, вот здесь уже стоит задуматься и насторожиться. В зоне риска – дети и подростки. Ведь у них энергии хоть отбавляй, а чувство самосохранения еще срабатывает слабо. Поэтому родителям стоит быть внимательнее, проводить побольше времени со своими детьми и следить за тем, чтобы у ребенка были занятия.
Ксения Баканова, Константин Головин. События. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся.